воскресенье станет последним по-настоящему жарким днем. Уже с понедельника столбики термометров понемногу начнут опускаться вниз. 5 августа в Сарове облачно с прояснениями. Утром плюс 18, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Ночью плюс 20, ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде переменная облачность. Утром плюс 19, днем столбики термометров поднимутся до плюс 28, ночью плюс 18. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В столице малооблачно. Утром плюс 17, днем до 27 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.